Доброе утро. Как ваши дела? Всех с Рождеством, друзья. Сейчас мы с Лёшкой вернулись домой, потому что у него в классе двое заболели коронавирусом. Да, один заболел до каникул, а второй был в классе еще. И, в общем, учительница позвонила, сказала, надо детей забрать, сделать тесты. Можете, говорит, после обеда привезти, если негативный ответ. Но я решила его забрать уже в понедельник. Нам нужно будет сделать два теста. В воскресенье и во вторник. Так что надо будет пойти в аптеку и взять тесты. Будем делать сами. Друзья, мы уже вышли. Сейчас выезжаем в другой город. Просто решили промыть машину. Машина у меня стояла под деревом и вся испачкалась. Птички на нее нагадили. Лёшка с нами. Сегодня Лёшке повезло, с нами будет. Да? Надеюсь, мы успеем Машку, чтобы вывезти. Сегодня рано. Это еще 12 часов нет. Думаю, мы успеем на Машке пойти. Потому что на автоматическом ставила из-за этого. Холодно. Шеру чага кто? Гейты неби? Ара? Радом закаленный. Каром мегезидиво, вази субнент. Нахрен мазатарис. Да. Софти здесь написано. Александр, on va monter. Tu restes avec maman? Лёшка довольный? Да. Ай, мне холодно. Очень. Маска спасает.
А ну-ка покажи. Моё. Это, наверное, чехол. О, май, да. Да? Я надеюсь, хороший пошел. Ну, ну, Лёшка, принеси таблет, а ну поставим. Мы вернулись домой и получили Лёшкин этот чехол для таблета, для планшета, вот такой. И он вращается вокруг себя. Можно в разные позы поставить таблет. Очень удобный, вот такой. И с ручкой. Вот так. Друзья, у меня сейчас немного есть времени, пока я пойду за Машкой. Хочу вам показать, что же мы сегодня купили. Значит, Лёшке мы взяли обувь вот в этом магазине. Джорданы. Да. Вот такие. Вроде бы ему понравились. Мы еле-еле что-то нашли, потому что было очень трудно. Во-первых, несколько моделей, что ему понравилось, его размера не было. Были очень большие или слишком маленькие. И поэтому он взял вот такие себе Джорданы. Дальше. Это что? Это мое. Так. А это? Ну, я это Рызов взял себе обувь. Заре. Вот такую. Кстати, водонепроницаемые тоже. Машке я взяла вот такую курточку. Она внутри утепленная. И материал тоже такой. Водонепроницаемый, самое главное. Длинная. И с капюшоном. И цвет тоже такой модный. Это тоже так. Сейчас вы заденете, что этот лампу упадет. Себе я взяла вот такую двойку, без рукавку. Со своими брючками. Вот такие брючки. Внизу тоже они широкие. Сейчас хочу одеть, примерить, посмотреть, как будет. Плечи нельзя. Дальше. Ну, себе я больше ничего не брала. Тут уже Резо себе взял несколько пар брюк. Вот это вторые. Это все в Заре. Еще. Третий. Это уже третий. Такие простые чуть-чуть. Четвертый. Такие с кармашками. Плечи нельзя. Все, целлофан у меня. И еще я взяла вот такой простой боди. Черного цвета. Если честно, никогда боди еще не носила. Попробую одеть. Это чтобы под безрукавку. Снизу. С длинными рукавами. И все. Больше ничего особенного не было. Хотела себе ботинки, но некрасивые были. Очень с большой подошвой или на каблуках. И все, больше мы ничего не брали вроде бы. Нет. Вот так. Сейчас пойду примерю эту безрукавку с брючками. Только примерил свои ботасы. Ну-ка, подойди поближе. Вот такие они. Нормально сидят? Угу. Небольшие, точно? Угу. Удобно? Да. Рыча не дает ему примерять. Лезет сразу. Увидел что-то новое, да? Рыча нельзя. Тихо, тихо, мама. Не... Алик, тоже эти небольшие, мам? Нет. У меня такое ощущение, что... А ну, подойди ко мне. Ну-ка. Не, вроде бы нет. Значит, такой стиль, ну. Так. Носи на здоровье. Рычи, Рычи, почему ты балуешься? Друзья, вот так выглядит этот костюм. Без рукавки, брючки. Очень мягкий материал и очень теплый.
Уже время идти за Машкой. Я вышла. Очень холодно. Знаю, почему, когда разу дома, я не могу нормально снимать видео. Сейчас тоже хотела вам показать нормальное. То, что я делала, примерно. Не смогла. Как-то мне неловко было перед разу. Я его загнала. Попросила, чтобы он пошел в другую комнату. А то мне так не получалось. Ну, в общем. Итак, еле-еле я привыкаю к этой камере, еще плюс как-то разу стоит. Вообще не могу разговаривать. Сейчас быстро пойду за Машкой, вернемся домой. Вот что, холодно. Несмотря, вроде бы солнце вышло. Но все равно холодно. Кстати, боди, который я взяла, черный, что одела. На мне маленький. Размер-то мой, рукава все нормально, а в длину он не маленький. Не застегивается, это, наверное, для низких. У кого низкое тело, низкое, наверное, короткое, больше для тех, не для меня. Но ничего, снутри, когда одеваете, не так видно. Заправить можно, и все нормально. Но так тепло, я сейчас как раз вот в этом вышла. Так тепло мне, вы не представляете, материал очень мягкий, теплый. Видите, погода какая хорошая, но морозно чуть-чуть. Машкуня. Машка сегодня в своем новом платье. Сегодня у ее подружки день рождения было. Ее было 5 лет. 5 лет ей стало, да? Исполнилось. Угу. Целлофанчик с сладостями раздали. Еще тортик ели, да, Машка? Угу. Деловая колбаска. Холодно. Я замерзла. Мама, тикеты. А? Тикеты. Какие тикеты, мам? Это канал, что я. Имена ваши были написаны на тикетах? Нет. Або? Что зеленое, это мы там такие. Что зеленое? Надо было так? Да. Ну, понятно. А тебе не видно, Мария, знаешь? Кстати, вот это платье надетое. А ну покрутись, мама. Какая ты красивая девочка. Машка, ну куртку примерь. Да ты знаешь, как бы знаменитый? Это Найк. Клянешь? Ну, один, мама. Джордан, это Найк. А он подвесит назад чуть-чуть. Подожди, капюшон поправим. Вот видишь, ты потом ему говоришь, почем мне писать. Ан, повернись. Эй! Красивая. Тапочки сейчас получу. Как раз твой размер. Тебе нравится? Носи на здоровье, мам. И вот такой будешь. Что надо сказать? Спасибо. Уйди, моя шлятка. Я хотела делать. Смотрите, как интересно сделали салон. А то сиденье, да, очень похоже на кремлевские, тойотовские. Это не дразни его, мама, жалко. У него голова закружилась. Прокомментируйте, что вы готовите. А так было. Пельмени бизнес. Пельмени для ведьм, это называется. Талабура? Кто сказал? Я ты придумал. Друзья, я уже уложила детей спать. У нас тоже 10 час ночи. А я сейчас пойду чистить в зале ковер, потому что Ричи сделал свои дела прямо на наш ковер. Так что сейчас надо будет быстренько все почистить хорошенечко, чтобы никакого запаха не осталось, чтобы он не привык там гадить.
Так что вот так, сейчас пойду чистить на ночь глядя наш ковер, слава богу, что он не очень большой. И пойду потом уже тоже отдыхать. А вам желаю спокойной ночи, друзья, и всем пока.